Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Кузя, а куда это ты собрался на ночь глядя? Мы с Лунтиком и гусеницами будем сидеть у фонарика и рассказывать друг другу страшные истории. Как интересно! А можно мне с вами? Не, эта игра только для мальчишек. Девчонки не умеют пугать, они сами всего боятся. И чуть что? Ай! Сразу кричат. Вовсе нет. Вот и первое очко нашей команде. Это не считается, Мила с нами не играет. Да ладно, возьмите ее. А мы гарантируем, что до утра она не досидит. Нет уж, спасибо. Напрашиваться не хочу. Спокойной ночи. Спокойной? Думаете, ночь будет спокойной? Ха-ха, не дождетесь. Мы вас так напугаем, что спать не сможете. Что? Да это вы будете верещать, как девчонки. Страшилка. Я сел за стол и уже собрался взять пирожок, как вдруг вспомнил, что я забыл вымыть руки. И что? Вот, конец. Ха-ха, ерунда! Не страшно! Вот мы сейчас расскажем. Наша история называется «Травяные чудовища». Говорят, что эти чудовища обитают в траве. Вы слышали? Да это все ветер. Нет, это все травяные чудовища. Они бродят по ночам и хватают всех, кого встретят на своем пути. Похоже, в траве и правда кто-то есть. А, испугался? Что? Вовсе нет. Смотрите. Что это? Травяное чудовище! Лунтик, не отставай! Лунтик! Лунтик! Кузя, ты где? Пупсень! Пупсень! Я боюсь! Идем домой! Тихо! Я и пытаюсь дорогу домой найти! Пупсень, ты тоже это слышал? Травяное чудовище! Пупсень! Ты где? Подожди! Помогите! Пупсень, это я! Ты Кузю не видел? Я здесь! Вставай! А где Пупсень? Пупсень! Пупсень, мы здесь! Пупсень, как хорошо, что я тебя нашел! Мы думали, тебя схватили! Только девочки так кричат. Мила, это ты нас пугала? Как у тебя это здорово получилось! Спасибо. А где Пупсень и Вупсень? Ку-ку! Ребята, конечно, сильно перепугались, но все равно были довольны. Ведь благодаря Миле у них получилась настоящая ночь страшилок.